Всем привет, с вами Карабаш74, и сегодня у меня на обзоре для игры Spin Tyres CRAS 5133 VE версия 1.0. Итак, давайте посмотрим. Заменяет он стандартный CRAS C255, по-моему, да. Итак, давайте на равнинах посмотрим. Так, перемотаем сразу время. Да, солнца сегодня нет. Господи, эти фонари бы хоть отключали, что ли? Да, ну, что-то похожее у меня уже было на тесте. В этом... мне Капралов, по-моему, Капралов Дмитрий присылал мне его. То есть мы на него уже смотрели. Ну, это что-то было похожее. То есть я не буду говорить, что это тот же CRAS. Вот. А вчера вот мне написал разработчик этого CRAS'а и сказал, что вот сегодня выйдет. И вышел, собственно. Ну, ладно. Это, так сказать, небольшое отступление. Так, свет, вот он, да-да. Так, ну по внешнему виду... что ты? Сейчас колесами, не пойму. Сейчас заведем и посмотрим. Так, вот табличку. Опять стекла все грязные, какие-то мазутные. Ну, сделано, конечно, качественно. Текстура прямо наложена, как нужно. Везде все на своих местах, прям прицепной. Прямо в центре находится. Так, эти прицепные у нас тоже находятся там, где нужно. Тут еще подставочка, типа небольшой лестницы. Симпатично. В салоне тоже проработано. Вот отсюда можно заглянуть. То есть там по всему, видимо, типа как приборчики. Но опять же, грязные стекла, и ничего не видать. Но видно рычаг, руль, все видно. Итак, давайте немножко назад отъедем и поглядим, собственно, на него. Звук оставили похожий, да, звук стандартного CRAS'а. Вау. Так. Так. 2 литра топлива сожрал. Крокодил. Текстура грязи. Но мы еще, собственно, никуда не ездили. Итак, автор многого пока не обещает. Разработчик этого мода. Шоссейная резина. Так убого прямо сделано. Полигонов мало, прямо как шестеренка, шестигранник какой-то. Видимо, в попыхах все. Быстро-быстро. Здесь протектора нету, то есть лежит просто текстура. Совсем ровненькая. Видимо, торопился сильно. Ну ладно, значит, поставим эту резину, не будем сильно придираться. Так, поехали. Бортовая платформа, ну все как обычно. Платформа лесовоза. Ну все на своих местах, не видно, чтобы где-то что-то висело. Да, не видно, что прям висит где-то что-то. Да что ты. Так, цистерна. Топливная цистерна. Далее. Гаражные части. Отлично. Так. Сцепка.
Ну, сцепочка вроде на своем месте стоит. Она стоит повыше и, мне кажется, должна цистерна... Нет, она все равно. Ну, смотрите сами. У нее все равно щель. Я не знаю, с чем это связано. Напишите, если кто-то знает, почему эта щель здоровенная. То ли это недоработки игры, то ли самой сцепки этой недоработки какие-то, то ли вообще непонятно, с чем это связано. Собственно, фура тоже, походу, висит. Или нет? Нет, все-таки она не висит. Она почему-то стоит на месте. Вот это вот бортовой прицеп, извините, он стоит на своем месте тоже. А вот что касаемо у нас цистерна, это геморрой ходячий. Давайте отъедем назад. Надо прокатиться, то есть, собственно, здесь пока больше нечего у нас смотреть. Так. Так, скрин на превьюшку. Мы еще, наверное, сделаем его, конечно же. Парковочные опоры. Ну, собственно, здесь ничего нету. Видимо, модель, ну, первая версия, то есть тестовая, собственно. Так, отключим дифференциал и поехали. Что-то я не понял, я вообще не замечал раньше вот этих выбоин здоровенных. Это сразу идет деформация геометрии, что ли? Прям как стиральная доска. Поехали. Да, видно, что грязь разлетается, то есть у нас марается. Не вижу, чтобы маралась пока рама, само шасси, а вот колеса. Так, намокли. Вода капает. Где стоят аккумуляторы, вот в этом ящике, он тоже грязный. Ну, пока как бы на этом все. Кстати, да, со стеклами что-то сейчас какая-то трабла была. А, нет, это, возможно, деревья мешаются. Кстати, я дифференциал даже не отключаю, мы на нем так и едем. Собственно, первая передача, ну, сейчас вторая включилась, и он начал, собственно, залупаться, что называется. Что вроде что, охренел, дифференциал не вырубаешь. Анимация подвески, то есть анимация неплохая даже, я скажу вам. Так, давайте мы эту цистерну оставим здесь и немножко посмотрим на анимацию. Вау, еще и на нас прилетела собака. Поехали отсюда быстрее. Так, будем смотреть анимацию. Колеса прыгают хорошо, но как бы это сказать-то? Кстати, а что случилось с ящиком? Ящик стал треугольным. Вот в этом месте. Долбанулись, что ли, из-за этого все загнулось? Да, скорее всего, это деформация такая происходит. Подвесочка прыгает. Так. Скорее на превьюшку и поехали. Сама модель чисто
если оценивать по красоте. Сделано очень красиво, качественные текстуры. Видно, что человек постарался, мододел. Сделано очень хорошо. Ну, без нюансов у нас никогда не бывает. То есть, по поводу грязи я не видел, чтобы слишком уж забрызгивал. Ну, вот, да, кстати, вот грязь появилась здесь. Видимо, надо уже жестко в грязь где-то залазить, чтобы машина... Да, вот спереди. Да, беру свои слова назад. Все-таки грязь есть. Сделано очень качественно, на хорошем, высоком уровне. Единственное, чего пока нет в этой модели, то есть вместе с этой моделью, это нет никаких аддонов. То есть есть колеса стандартные, есть вторые колеса, которые, собственно, недоработаны еще. То есть на них только они круглые, как болванка, и на них текстура лежит. Но я думаю, что все это в кратчайший срок исправится. И нет аддонов, то есть нет ни прицепов, ни кузовов, пока ничего этого нет. То есть, как бы вот расклад-то пока такой. С вами был Карабаш 74 со своим кратким обзором КРАЗа 5133ВЕ, версия 1. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравилось видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.